О нет, он на меня летит. А, нет, 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 нет. Я это записываю. А, сломал двигатель, второй двигатель. А, воу, воу, воу. Воу. Там. Слушай, я включил запись, так что Кукуман Амигос, сегодня с вами Вакот и Феникс, и мы попытаемся все-таки вернуться к этим сволочам. Да, это точно, я тоже успел начать запись с того, как мне это кольцо, блин, в рожу летит и вмазало на 14%. Слушай, хорошо, что не задело этот... Кстати, я же его не так и назвал. Почему антенна? Это Хорнет. Сейчас, подожди, переименую антенну. Просто антенну что-то выбило, когда мы тебя спасали активно. А она бы, походу, была не, так и не записана. Да, ну может. Блин, ну это жесть какая-то просто. Это было красиво. Да это реально красиво, я тоже еле успел. Жаль, поздно начал съемку, просто очень жаль. Ну ладно, что уже сказать. Так, а ну что? А я думал, что-то летит нормально просто. Что у нас в этой серии нужно сделать? Мы попытаемся добраться к их базе. Вот, мы тут немножко модернизировали Хорнет. Добавили кресло для нашего премногоуважаемого Феникса. Кстати, это двусмысленное кресло. Вроде бы оно тут. И плюс добавляет прожекторы. Потому что все-таки прожекторы на... Ну, не прожекторы, а фонарики на скафандре работают намного лучше, чем фонарики на корабле или на ровере. Поэтому он такой себе человек-фонарь. Также да, мы добавили помогает. Три контейнера на всякий случай. Черт его знает, что там будет. Поэтому готовимся к худшему. Или к лучшему. На самом деле, чем больше контейнеров, тем к лучшему мы готовимся. Но я думаю, мы даже один не забьем. Но нам наше дело простое. Также мы загрузили туда патроны. По идее, должно хватить. А сколько там патронов? Не помню. Патроны. Так, я смотрю, тут ресурсы даже есть какие-то. Или вау. Я их не положил. Будет эпично, если не положил. Так, я тут немножко этот мусор разберу. Не, положил 19 патронов. Отлично. Это много? 19 обоим, думаю. Ну, да. Ладно, сойдет. Ты хочешь так, разобрать так. Его сейчас? А мне сегодня делать нечего. Стоял, ждал. Все. Ай. Ну правильно, пардон, да. Пардон, тем все. Слушай, сними скафандрик. Да. Я тоже сниму, да? Ага. А нет, я надет. Ты уже. Так, ну давай тогда разберем все, что осталось. Тут такое важное. Блин, два движка стал, хотя я их так убрал. Кстати, чтобы вы понимали, те движки, которые я начитил, я их убрал, потому что это было не камильфо, и так никто не делает. Кстати, тут у нас реактор, есть уран. Да, можно сейчас отлично. Уран бахнуть в наш ровер, потому что... А, вот его еще нужно собрать. Да. А зачем собирать? Можем... Опа. А ты когда распиливаешь, он вываливается у тебя или да, нет? Да, главное не распилить уран сам. А, там уран можно распилить, я понял. Вот почему, может, что-то не вывалилось у меня. Так, ну я тут пластины немножко подобываю, получается. Ну, мусор почищу. Да, это такое дело. Ну, понятно, блин, только мусора пролетает. Ну все, я думаю, нам туда ехать долго, поэтому да, нам будет удержаться. О чем поговорить. Так, сейчас, глаза, ага, вот, видите, как оно освещает. Сейчас, сяду. А ну-ка. Это с фарами моими включенными, да ты, это мать, без. Будешь... Я, не знаю, разницы особо не вижу. Дэмит. Залезть не можешь? Да, нет, могу. Ну, вставай. Почему ты лежишь тут? Ничего ну, себе меня поза. Откинуло, слушайте. Жесть какая-то. Да. Даже за скриншотик сделал. Ты хоп, труп валяется под колесом. Ой, тут еще у меня этот патрон на всякий случай. Да, забираю все, что есть. Сейчас двинем. Блин, оно издевается. Что такое? Опять этот, как ты там говоришь, усатый летит. Сколько их тут? Слушай, они нас закумарили уже. А ну что, у меня F11. Блин, UPS, ну, simulation все тоже. Попробуем, как оно вообще будет без этой станции. Так. Оп. Ну что, в принципе, давай, я думаю, отправляемся. Кстати, покажу вам сразу пример. Выключи свои фонарики, пожалуйста. Ага, так, вырубил. Вот так выглядит вид с обычными лампами освещения. То есть никак. Опять летит, твою мать? Давай, включай фонарики. Да, сейчас выхожу, включил. Вот так выглядит вид... Что ж, ничего не поменялось. Да, что-то я тоже не понял. Что-то подстава, походу. А выключи фонари. О! Почему мне кажется, по-моему, что-то... сейчас мы дубль 2 запишем. О, нет.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, нормально вроде. Фу. Или нет, или да. Вы, ну, в общем, меня немножко лагает. Такое. Запрыгивай. Ага, ой, сейчас, подожди, что-то пить. Все, погнали. Так, а я, наверное, лучше засяду-ка за турельку. Где у нас тут турель Гатлинга? Нужно поставить мод на очищенные эти. О, ты немножко электронишь у меня. Простите, МС. Да. Ну, там, я смотрю, инженеры, просто инженеры. Так. Ну да, нормально. Хотя вообще, думаю, в будущем может сюда переставить надо бы вулкан. Это жирно. Слушай, уже рассвет вроде бы. О боже мой, так, что-то со связью немножко произошло. Ну сейчас... Ты меня нормально слышишь? Да, тебя слышу хорошо. Сейчас проверю, может у меня проблемы со связью. Пауза. А, так, что? Ну, не знаю, у тебя вообще лучше или все так же? Не, вот теперь лучше стало. Так что, у тебя все-таки Steam что-то качал? Да нет, вроде бы. Ну, непонятно. Возможно, не Steam, а отец, возможно. Он тоже любитель покачать всякую хрень. А, ну, может, да. Это обычно такой вот звук у нас становится, когда, знаешь, этот... торрент начинает качать с максимальной скоростью. Угу. И, в общем, канал уже, походу, забивается. Сейчас все еще так же? Данные. Ну, чуть-чуть периодически лучше, но... Ну, более-менее, ладно. Так, меня больше смущает, как мы едем. Я вижу, как мы в черноте просто какой-то прёмся. Да, я тоже примерно это и вижу. Да. Кстати, вот почему-то у меня левый и правый прожектор... Ну, ладно, левый прожектор я вижу. А вот светят они как-то на порядок лучше, я тебе скажу. Как-то вот... Или нет? Как по мне, так же. Просто спереди оно, видишь, оно немножко обрезает. Ну да. Она пыль видна, как мы несемся. Так, слышишь, а где? Что-то я антенн не... А, я антенн не вижу, потому что я в кресле сижу. О, мы неужели со льда сошли? Да, это уже камень. Немножко лагает, но все же... Ну, без этого никуда, да. Им надо еще патчи 30, наверное, будет выпустить, чтобы перестало лагать. Так. Так, внимание, теперь смотрим. Ну, мы километров в двух, наверное, сейчас еще должны. Да, вы, кстати, не смотрите на мои показатели скорости, мы не едем. Оп, так. Вот оно собьет или нет? Ну, это оно на автомате стреляет, потому что я сейчас бы вообще даже никуда не попал бы. Проблема в том, что он сейчас тоже будет стрелять на автомате. Да, знаю. Бак, кстати, тоже автоматы может взять. Я взял. Оу. А патроны на автомат? Есть. Так, это я один не взял. Ладно. Мы не падаем? Падаем. Мы падаем. Слушай. И нам под колеса кладут пули. Вау. Вот это тоже. Я ничего не контролирую. О, силикон нашли. Слушай, мне кажется, сейчас не до силикона. Да, это точно. Руль вправо. О, дерево. Пытаюсь. Какие поломки? Колеса живы? Сейчас, так, вроде все живо. Все зеленое, ну, белое. Отключи это, потому что он сейчас будет патроны в говно тратить. Да. Или переключись на него. Управлять. Все. Где эта тварюка? 800 метров. Слушай, оказался крепкий наш. Да-да. Так, она по нам ничего не стреляет? Ну, вроде эта хрень отлетела от нас. Или она там упала, я не могу понять. 1,2 километра до нее. Так, надо быстрее, короче. Слушай, может маяк вообще нафиг расстрелять? Так, подожди. Антенной. Все, вылазим. Сейчас беру сразу автомат. Вау, блин, так. Блин, есть. Автомат я потерял. Дома забыл. Или нет, или стоп, или есть. Есть. Так. Где он? Наш лучший автомат болгарка. Я полетел этот. Давай, я прикрою. Так, слушай, он висит на месте, он не двигается. А, тогда отлично. Так, я аккуратненько сейчас попробую спилить вот эту хрень. Слушай, тут можно не подниматься. Ты знаешь, есть этот, как его? Кто? Подъем? В смысле? Слушай, там ничего нет, походу. Где? Или черт его знает. О, кстати, наша ракета лежит, смотри. Кусок ракеты вижу. Можно будет ее тоже разобрать и забрать. Это все-таки полезные вещи, двигатели как-никак.
Ну да, блин, меня эта хрень смущает, конечно. Слушай, Там тут еще повисла. главный трастер остался, полный этот, стопка Да? двигателей. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, слушай, как она так интересно зарылась, правда? Тоже Судя по непросто. всему, оно... А, А контейнер, вот и скорее нос, всего, слушай, вот разрушился. и нос. Камера не... Зато эта штука, которая защитная, осталась. Это оказалась самая крепкая хрень из всей Да. конструкции. Так, давай, так нам у тебя есть водород? Да, есть. Сейчас я антенну подпилю еще. У меня тоже есть. Сейчас запрыгнем, запрыгнем, запрыгнем. Оп, оп, оп. Ай-яй-яй. О, а Так, антенну ну мы... внутри, тут никого нет, вроде Антенну бы. мы расковыряли, смотрю. Походу наш этот расковырял ее. Слушай, тут такая дырень от ракеты, просто. Ай. Или это от твоего корабля? Нет, наверное, вот тот от твоего корабля, а это от Ну, ракеты. я, по-моему, больше в левую часть попал. Так что, скорее всего, да. Так, Так. рефайнери. Надо как-то это все А чё он ставить. черный, чё он серый какой-то? Они их перекрасили немножко. Так, все, движок вырублен. Тут Ой. еще и окна. Так, а давайте Это твой проверим. корабль, слушай, кусочки твоего корабля. Ага, слышишь, а контейнер смотрю-то раздолбанный. Ты ж него не переваривал сейчас. Нам нужен экран. Так, я даже знаю, где его надыбать. Да? Нет. Ладно, все, успею. Я злой. Так, а где может быть экран? Может, Нету. нету. В реакторе Может, в нету. этом, слушай. Ой. Мне кажется, И сейчас мы тут нет. разобьемся от удара. Так, тоже нету. Это уже тяжело. Так, стой, может, в моем корабле что-то осталось? Хотя, судя по обломку, я наивный парень. Тут тоже нифига нету, кстати. Движки я спилю, наверное, лучше. Так, а где же вы? А, тут экрана нету. Вот зараза. Не, ну это смешно. Один экран. О, подожди, а нет этой панели управления? Нет, кресла одни. Ничего нет, серьезно? Это смешно. Так, вот это вот надо все доварить, потому что я ходить не могу. Блин, вот это будет обидно, если мы сейчас типа такие все дофига крутые. А, одного экрана не взяли с собой. Блин, Так. нет экрана, слушай. И даже Но я сварганить могу... не на чем. Я могу... А, не могу. Так, ну я пол немножко тут приварил, не потому что я такой добрый восстановитель, а потому что пройти невозможно. Я упираюсь в какую-то хрень. И все. Слушай, да, с экраном какой-то просто гон получается. И чё, то есть мы из экрана все? Финита ля комедии? Подожди, может это в ровере есть? Да в ровере-то есть, только у меня А 15%. что там? Что там в ровере? Ну... Фары, фары, слушай, может фары имеют? Я сейчас вернусь. Фаре экран. Или нет? Ну сейчас найдем. Да, надо искать, потому что... Ау, блин. Да, ты, главное, не убейся. О, подожди, а в ракете? Остатках. Сейчас посмотрим. Сейчас выгружу весь мусор, потому что у меня слишком много Да, стройматериалов. я пока тут разберу, наверное, часть этой Почему базы. дрон завис? Или в дроне? Слушай, в дроне может быть. По-моему, Или в эта экранах авантюра здесь нас нет. погубит. Слушай, ты маяк распылил? Маяк подпилил. Кстати, да, гениально. Я сейчас к нему проберусь, знаю даже как. Да не будет Где-то тут там был. этих. Там нет, спускаться в лом по-другому. А, кстати, больше нету случайно этого Слушай, нету водорода. нигде нету долбаного этого. О, так, я подхожу к водороду. Потихонечку. Жбунь. И нету. О, а вот, ай, в коннекторе стоять. Ау. Слушай, я вроде бы что-то Коннектор, ложил коннектор был. туда. По-моему, в нем было. Подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Блин, А, дурацкий нету, коннектор. черт. Блин, тебя еще Блин. связь порвала. Слушай, а если мы разберем? Я думаю, там они все выпадут. Да вот с этим может и выпадут, может и нет. Но с реактора выпадают. Ну, сори. Реактор, подожди, там же экраны были. Нету там реактора. Ладно, Нету. я распиливаю. О-о-о-о-о, я сейчас чувствую, сдохну. Ай. Нет, не умер. Удивительно. Смотри мне. На, ты тут Я... собрался. У меня тут, блин, процент водорода вдруг упал в ноль. А мы, небось, как обычно, не брали с собой водород, да? Конечно, мы ж не подготовлены. Ой, так, О, да, идешь. они все выпало, все выпало, отлично. Правда, тут был динамит, и он. О, стой, он. Ты ловишь там внизу?
Тут был не динамит, а там, наверное, было что-то тяжелое. Зато я водород вижу. Слушай, я тебя сейчас буду Да. вниз бросать, потому что у Да, меня... водород. Слушай, я сейчас тебе буду все выбрасывать вниз. Блин, что-то опять Смотри, со ну... связью проблемы. Ну да. Так, давай, наверное, я... Слушай, сервачку, я смотрю, аж плохо стало от таких объемов. Жесть, короче. Не, наверное, спиливать не надо было. Вот сейчас смотри, мы сейчас вот по-любому найду экран где-нибудь. На, я тебе сбрасываю, подбирай и неси. Да, я уже сейчас подбираю и несу, просто вот мне интересно. Где-то экран по-любому аж есть, зараза такая. Вот где-то мы его просто, знаешь, не нашли. Вот сейчас вот специально он найдется сходу. Не найдется, он, я тебе точно говорю. Кстати, я тебе нашел гидроген. Да, я уже тоже нашел. Он там валялся. Я смотрю, решил дальше ракеты. А, нет, не ракету разбивать. Ты по одной штуке скидываешь. Или... Сбрасываю стопками. Стопками. Просто да. У меня сразу забивается контейнер. Ну да, я понял. Так, слышишь, может ровер подогнать поближе, что я уже задолбался бегать на втором разе. Подогони. Только давай этот раз без своих этих штучек. Ну, у меня вроде меньше лагает. Теперь. Слушай, я тут. Что там у меня вот серьезно, я не хочу сбрасывать ракеты. Когда логика, да, срабатывает. Тот момент, когда ты осознаешь всю бренность мира. Ну да. Блин, как ты вообще на нем ехал? Меня аж сносит. О, так. Турист. Осторожно, 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 осторожно. Блин. А поворачивает ему тяжело Да зачем тебе? Просто нажми на P и успокойся. Кстати, эти экраны выпали. Да, я обожаю нашу связь. О, ты у меня еще электронишь дико, и даешь такие какие-то роботовозмущения получаются. Да остановись, все, остановись. Во, да я вот же хочу вот так вот припарковаться, все. Отлично. Так, спрыгивай. О, так. О, вот эта хрень вечно весит, дофига. Блин, вот эти здоровые дырки. Скажи. О, солнечные панели, отлично, мы теперь сможем солнечные панели поставить. И экраны появились. 25 штук. Прекрасно. О, платина. Так, так, так. Тырим, тырим, тырим. Я бы потом вообще эти ножки подпилил бы и эту станцию немножко завалил бы. К чертям. А давай, мне хочется. Как тебе, как такой вариант тебе? Отлично. Я не против. Меня, правда, чуть не убило куском золота. Неплохая. Слушай, тут, короче, медотеков чисто на весь объем. Ого, тут 232 патрона. Так, сейчас. Натовских патронов. Нормуль. Так, слушай, там еще пластины выпали вниз, по центру, ровно под ним. Сейчас глянем, сколько там пластин. Но чувствую себя, это походу пластин. Взрывчатка. 50 взрывчатки. Отлично. Генераторы гравитации, остатки. Хотя все равно мы потратили взрывчатки больше на то, чтобы собрать ракету, которая по сути ничего не сделала, кроме того, что выбила. Ну, у нее связь просто закончилась. По-моему, или что у тебя там произошло, я не помню уже. Не знаю, у меня лаганула игра, типа после взрыва. Взрыв, судя по всему, где-то был, но не тут. Как-то оно стрёмно произошло. Да надо просто будет собирать, да, вот обычные. Слушай, тут я... Серьезно, тут ракет дофига, я не знаю мне их. Давай ты просто их напоследок оставишь. Я их сейчас так буду спускать. У меня, слава богу, водорода более чем есть. Да, водорода нормально. Не, по идее, они, конечно, взорваться не должны. Если взрывчатка вылетела, они не взорвалась. Ну, по идее, слушай. Ну, по идее, что-то мы уже просто слишком много раз, по идее, полагались. И заканчивалось это очень хорошим водобумом. Так, немножко вот это распилить. Слушай, тут явно были пластины, они же должны были пробить. Да. Или ты их уже подобрал? Я не подбирал, ты что? Их там, судя по тому, как оно пробило, там их было немерено просто. Вот, скорее всего, они развалились, когда пробили. Жаль, очень жаль. Да, вот эту вот штуку. О, давай следующий. Что, не? Вот, зараза. Надо. Вот тут вот, распилить по центру, хочу конвейер распилить. Знаешь, как называют таких, как мы? О, пластины. 10 тысяч! А я думаю, почему эта хрень не перевешивает? Слушай, ни хрена себе их тут. Так, а как бы их так скинуть?
аккуратненько. Охренеть. Слушай, мы с тобой рейдеры. Да. О-о-о-о-о. Ау. Аккуратненько получилось. Да, рейдеры это точно, рейдерский захват. Правда, настоящих рейдеров, по-моему, так не имеют со всех, во все щели. Ну подожди, кто сейчас собирает кучу лута? Ну это понятно. Ну хотя бы да, это, хотя бы это купилось, знаешь, есть плюс этому. Я просто представляю, если бы мы ничего здесь не нашли, урохали два корабля. А мы на эти ресурсы построим и новых два корабля, даже сделаем... Флот. Флот. Так. А заметь, у нас же еще одна есть база там. Ну да, я думаю, она тут не одна, единственная же. Да. Так, так что дел у нас будет много. Ну так отлично. Если бы еще... Хотя, в принципе, ждем четверга еще тоже, с надеждой, что какие-нибудь багафиксы будут полезные. Подожди, так эта серия, наверное, в четверге выйдет. Да? А я всегда... Наши подписчики вас давно смотрят, знают, потому что я вообще никогда не ориентируюсь. В общем, говорю, знаешь, как Кличко, сегодня в завтрашний день. Кстати, Кличко проиграл. Oh, no. Да. Я так плакал. Было обидно. Ну, честно говоря, ему давно уже было пора из спорта уходить. Все пояса чемпионские сохранил бы. И не надо вот этих реваншей было бы делать. Вышел бы победителем. А так еще отбивать титулы придется. Да, явно он это не оставит. Ну да, по-любому. Слушай, эти пластины уже задолбался носить. Это да, я представляю. Как там, кстати, про Кличко один комментарий был хороший. Как бы он с горя в политику не ушел тоже. Я представляю. Будет. Хотя, не знаю. Да сколько их там, блин? Да, ёлки-палки, 13 штучек осталось. Я забрал. Все. Я победил. Там еще наверху есть. О, блин. Ладно, так, сейчас я вот это хочу разобрать. Немножко. Блин, прикольно на планетах разбивать эту всю штуку. Ты такой снизу стоишь, пилишь. Слушай, пилишь. Ты хотел проверить насчет ракет. Ты мне ракету сейчас скинешь? Да, только с другой стороны немножко. Ну ладно, не вопрос. Сейчас, правда, прикольно будет, если хедшот мне так ракета сделает. И она не взорвется, а просто мне лобешник продавит. Нет, упала нормально. Нормально, а где она упала? Вот видишь, в угла, с перед носом ровера. А, с другой стороны. Слушай, ракет просто туева куча. Ага, отлично. Два инвентаря точно. Минимум два. 63, это только в один инвентарь входит, нормально. Ну чё, в принципе, неплохой улов. Неплохой, слушай, ты как-то это... Да, я зажрался, знаю. Резвишь. Слегонца. Не, ну по взрывчатке вообще, в принципе, у нас основная, конечно, проблема обычно была это магний. То есть магния еще найти надо, добыть, переработать, ну, взрывчатку, да, получить. Но тут взрывчаткой нормально так. Тут же еще можно разобрать внутренности. Ну да, наверное, есть смысл тоже их чем подбирать. Чем я, в принципе, уже и делаю. Так, только я, наверное, еще канистру возьму с собой. Ты потихоньку ноги разбирай. Да, мы сейчас там быстренько их спилим. Я думаю, слышишь, может и окна поразбирать здесь. Да, можно. А то как-то силикон... Хотя силикон, может, не проблема. Не, силикон это, кстати, дофига. Да, я вот тоже думаю. Ну ладно, это жадность уже совсем лишняя будет. Вот, строительные компоненты надо, конечно, в первую очередь забирать. Кстати, подожди, надо уран из реактора забрать. А потом реактор спилить. Вот так вот сделать. О, 10 кг, так вообще отлично, смотри. Сколько прям полезного уранчика. Так, 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 так. Чпунь. Кстати, светает как раз. Да. Отлично. И что-то мне кажется, как бы нас тут дрон не сбил на обратном пути. Да он стоит просто. Да я понимаю, ну. Да я сейчас его в него разряжусь. Отлично звучит. Подъедем поближе и собьем там. Ну да. Блин, жалко. Нет. Слушай, может ракетницу переварим? По-моему, была какая-то ракетница тоже. Ракеты есть. А она работает только на доконвейер снизу, а не боковые. Так мы в нее зарядим. Ты по-жирному сразу хочешь. Как ты зарядишь сверху? А, если стоп, подожди, вот... чем мы мучаемся? Мы ж можем на контейнере прямо сварить. Слушай, да ты можем, мы можем вообще сюда какую-то супер крутую пушку поставить на самом-то деле. Ну, просто ракет дофига. Я думал, так одной ракетой чпум. И все. Не, давай ну, посмотрим, давай. Что у нас есть там. Блин, что у меня
сбрасывать. Хорошо, давай ракетницу, слушай. Да, мы просто ракетницы давно не шмаляли. Вот еще, кстати, есть какие-то ракетницы, типа... Маленькие. Из мода. А, они неудобные. Они, типа, однозарядные. Ну да. Зарядил и закинул. Тогда давай поставим обычную стандартную эту ракетницу наверх. Ну да, думаю, нормально будет. Так, я смотрю, в принципе, мы тут все поразбирали, только антенна осталась в основном там торчать. Ну, хотя она ценная, там она так ее развалили. Кстати, вот это надо спилить. Вот эти опоры, чтобы они при падении не остановили его. Надо как-то так все подпилить. Аккуратненько. Чпунь. Давай, есть. Моторы, большая стальная труба. Подожди, сейчас ракетами взорвем. Чё ты? Или ты думаешь не тратить так зря ракеты? Да я бы так не тратил, я бы подпилил по максимуму, а потом уже долбанул ракетой в последний момент. Ну ладно. Я думаю, это было удобно. Так, это мы все подпилили. То есть, соответственно, прочность здесь подуменьшилась. Чувствую, лагов, конечно, мы сейчас добавим все. Ой, да ладно. Ну да, что нам не привыкать. Вау. Мне легко. Ой-о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 й. Она хочет стрелять. Да, я уже понял. А куда она фигарит, мне вот интересно. Не спрашивай. Вырубай, вырубай ее. Она сейчас тут все раздолбит. Блин, я в какую-то яму свалился. Все, вырубай. Так, стрелять по... Большим кораблям по станции. Это же станция, большой корабль как раз. Это разве большой корабль, это станция? Ну, корабль, станция, да, я имею в виду, что... Вау. Ай-яй-яй-яй. Так, что у нас тут? Что еще? Что это еще за пластины валяются? Так, ранец вырубить. Я думаю, что я не могу убивать 83 пластины. Вот это окно какое-то вывалило сверху. О, кстати, мы же хотели разобрать эти водородные движки. Поддерживаю. Я вот сейчас все быстренько демонтирую. А, это тоже нормально. Быстренько тогда справимся. Так, блин, как-то у меня, правда, срюпилить начинает не сразу, а, знаешь, как через секунду. Ну, я не доставал. А, я не доставал просто не. Смол трастер, давай. Уж нифига себе, он в текстуру ушел. А я, блин, не, я бы, по-моему, брал только его. О, все, спадает. Смотри, шикарно. Еще и остатки ракеты напилили. И ровер по назначению использовали. Наконец-то. В каком-то веке. То вечно его только разваливаем. Ну что, давай сделаем скриншотик? Да, сейчас, я думаю, можно заскриншотить. Иди сюда, вместе сфоткаемся. Сейчас, селфач сделаем. Селфи. Да. Опа. Так, только ресурсы скинул. На фоне этой штуки. На фоне нашего... Триумфа. Иди сюда, ты где там? Да, я сейчас ресурсы скидываю. Все, бегу, 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 бегу. Сюда, сюда. Сейс вырубить. Сейчас я этот включу. Как его? А я интересно, у меня может... О, да, тоже да. Есть камера мод. Тоже есть камера мод. Да. Так, где мы там находимся? А, там. Красота. Ой. Блин, слишком темно. Да. Блин, надо чуть скорость. О. Юху. Так, а если... Не, плохой скриншотик. Ну слушай. Да. Только... Вот так, по-моему, идеально. Слушай, повернись немножко в мою сторону. Сейчас я пытаюсь камеру поставить. Вот так вот. Вон так, F9, по-моему, да. Чинь-чинь-чинь-чинь. И что ты можешь подойти немножко левее? Левее, оп, сдвинул. Так, о, шикарно. Не заслоняем личико. Ты дыщ. Ну, как-то так. Сейчас, и вот так. Прям два брата-близнеца. Ну что ж, нормально, в принципе. Да. Теперь давай эту хрень спилим. Так, давай сначала отгоню ровер. Посмотри, у нас здравые мысли начали появляться раньше эти действия. Да, раньше действий. Слушай, он такой тяжелый. Да, и мы ему там 1200 добавили килограмм, так точно. Наш ровер сейчас весит 392 тонны. Ни хрена себе.
392 тонны. Сейчас нужно будет очень аккуратно. Сейчас, слушай, будет очень-очень мило и похоже на нас, если мы по дороге разобьем весь ровер и все ресурсы потеряем. И они нас убьют и провалятся. И вообще мы ничего это не нам просим. Сейчас, наверное, нужно будет объезжать весь этот, блин, район, потому что через гору, ну нафиг ехать. Ну да, но я думаю, наверное, за серией уже поедем. Ну так, за кадром, в смысле. Просто это, наверное, будет очень долго. Да, поддерживаю. Я просто это представляю, это насколько это весело будет. Да. Безудержное веселье какое-то. Так. Я почти допилил левую ногу. Давай, наверное, с правой начинай. Там один блок надо оставить. И будет нормально. С ракетки шмальнем. Так, во. Шикарно. Так, тут я все под... Вот этот... Та-дам. Так, а ну-ка... Я вот думаю, может этот крестик еще подпилить. Слушай, ты внутренний блок можешь подпилить? Внутренний, да. Сейчас. А что-то я не очень. Я не знаю как-то. Ну, не в данный момент. Подожди, что мы как дебилы? Я вон выпиливаю верхний блок. Правда, не совсем удачно, но... Давай, давай, я в тебя верю. А, это тяжелая броня в центре, слушай. Да, оно что-то вот долго пилится. Так, кстати... Так, главное сейчас последний не срезать. Пока мы под ним. Я это представил, просто чпрк. Знаешь, такой хруст костей. Так, все, последний, не срезай. Да, теперь я уже побежали я специально в ушел. Побежали в грузик. Сейчас подъедем, и ты шмальнешь. Подъедем? Мы да. И начинаем здраво мыслить. Нет, в плане подъедем на такое расстояние, чтобы было видно. А, ну да. Так, осторожненько. Ау! Да. Ударился, твою вот, мать. Я вот боялся. Ну, удивительно, я ноги себе не сломал. Так как 7 days. Бежишь, маленький камешек переступил, сломал ногу в 5 местах. Так, с... Это можно вырубить. Кей, как там эта хрень называется? Нет, турель. Rocket turret. А, rocket. Ага, так, rocket. Чё-то не вижу. А, она на русском... Ракетная турель. А, вот ракетная турель, да. Так, сейчас останавливаюсь. А, так, только... Да, а, нет, доступ моей фракции есть. Странно, я не могу ей управлять. Да? Угу, странно. Почему? Я могу выстрелить один раз, и все. Я тоже не могу управлять, слушай. Она вообще целая? А может из-за того, что она через коннектор? Ну, бери турель пулеметную, ради бога, счешешь так. А, ну да, там, а там же легкая броня, да. Так, а вот мне сейчас интересно, а если... Ой, ракетная турель это не то. А я, кстати, турелью Гатлинга тоже ему управлять. Почему-то. Не, что-то мне кажется тут не то. Ты в кабине сидишь? Нет. Что-то... Сейчас сел, сейчас подожди. Вот сейчас я тоже сел, а ну-ка. И я не могу. Хм. Что-то это реально интересно. Ладно, сделаем все по-дедовски. А что поменялось просто? Вот в чем вопрос. Кстати, может освещение вырубим? У меня такое ощущение, что я еще теряю FPS 5 на вот этих вот прожекторах. Хорошо, да, сними. О. Слушай, я сейчас сделаю по-дедовски. Ага, так, как там? Это прожектор. Прожектор 3-2-3. Ты куда ты положил этот, взрывчатку? А, в первый контейнер, по-моему. Первый? Патроны же там есть на автомат? Ну, у меня есть. А, вот принципе, 50 патрон. Взрывчатки есть. Блин, не могу найти. Ну, я взял. Так, ну, 50, наверное, дофига. Давай 3 брось, у меня автомат. 3, все, есть. Так, сейчас. Побежали. Честно, клуб самоубийц какой-то у нас. Ты подкинешь и отойдешь к роверу, чтобы хоть у тебя получился хороший вид, а я уже как-нибудь подорву. Да там сдалека тоже, в принципе, наверное, можно. Нет, я хочу, а. Чтобы все это было более героично. Так. Ну тогда надо как-то это все кинуть в центре, с той стороны. Да сюда сбрасывай, пофиг. А. Я попаду. Хорошо. Вообще подожди, знаешь, как мы сделаем? Что мы как идиоты? Пошли. Камерой? Или... Да нет, смотри. Ну я тоже об этом думал. Прости, с этой стороны. Не совсем. Во. Понял ваши мысли, сэр. Кидай парочку. Так, да я попаду, не переживай. Да это жадность. Включилось. А. Так, минутная жадность. Сейчас я, наверное, это разделю все на единички. Ну, чтобы удобнее было. Блин, что-то интерфейс мне как-то вроде выставлял не настолько прозрачный. Так, так.
Так, оно что, стакается? Все, я стреляю. Шучу. Беги, 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 беги. Бегу. В принципе, очень прикольно выглядит отсюда грузовичок наш. Да-да. О, кстати, тени, блин. Ну, тени прикольно выглядят тоже. Такой, знаешь... Ну что? Готов? Подожди, давай, наверное, с этой, с камеры все-таки. И на всякий случай сяду в ровер. А, то типа ты такой, чтобы сразу удрать, если что? Конечно. Бросить тебя и удрать. Ну ладно, давай. Так, готов? Все, я с камерой. Так, надо... Где ровер, ровер, ровер? Оп-оп-оп-оп-оп. Так, все, годится. Давай. Будет эпично, конечно, если оно ничего не сделается. По-моему, ты быстрее блок выбьешь так. О! О-о-о-о. Да, 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 детка. Есть падение. Да, моя сладенькая. О, я еще эти подпилил удачно, сейчас сломаются. Красота. Ну, как-то на самом деле я ожидал большего, но ничего страшного. Ну да, честно говоря. Я рассчитывал, что вот это подломится хрень, которая, видишь, платформа. Такие были, блин, ожидания. Не, вот а вот на изи старте прикольно падала всегда. Кого-то все-таки. Ой-о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 й. Ладно, ничего здесь нет. Да, ладно. Уничтожим. Ну что ж, да. Думаю, на сегодня будем заканчивать, да? Сейчас даже сделаю скриншотик себе. Побитая. Низкий уровень здоровья. Кстати, еще один. Во, отлично. О. Ну что ж, давай я бегу в ровер и будем отправляться. Да. Но пока я бегу, я думаю, мы можем спокойно с тобой попрощаться со зрителями. Как тебе такой вариант? Отлично. Потому что явно все это попилить, всю эту дорогу вокруг гор, я думаю, будет не очень интересно смотреть. Особенно ехать еще будет интереснее. Да, ехать будет еще интереснее. Так что да. Так, уступаю место, сажусь. Не, можешь поехать? А хотя нет, слушай. Лучше не надо, у меня... Лучше не надо, да. У тебя simulation speed хотя бы повыше, UPS. У меня скорость до 500 доходила, когда мы ехали сюда. Круто. Да. Ну что ж, ладно, амигос, с вами был Вакот и Феникс. Да. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наши каналы. Всем удачи. И всем пока. Всем адиос.